отец, папа семьи, он рассказал историю о том, как Бог ответил на их молитву. Прям чудо, сразу ответил. Ну, я немножко знаю молдавский, 2 года как женатый. Меня жена немножко научила, поэтому попробую по-молдавски, если вы не против. Нет. Но если не поймете, я потом переведу. Значит... Ин Уно Раш Вяца фамилия Уна. Ши тата мама ку шинчор патро ку пки. Да... Уна Сара, фамилия Тед Хайснирукем. Шиквинт, фамилия Нирукем. Да... Фетица Метитика. Врея... Шинай Папуш, шти? Ядна Афаре, Афост, явно. Шинай Папуш. Шие... Не рукем, лудонулой, да и попуш, он попуш, не, я не попуш. Да, кин не рукем гата, тец, дути дом, да, индиминяца, тата, где афос педрум, жос ла центру, ураш. Я не знаю, пентру ши, афос. Да, да я ухожусь, и мут кинли махомо, шти? Да я матем, парти матем, ну шти шифаш. Да, ел олуат, как там? А, ел олуат кятри, и ты... Да кинли, тец матем, ши дути акола. Да, уни, да уно кинли, ария уно кулёч лагурач, да? Ши, кин тец дути акула, да кулёч педял. Да тату уйтла кулёч, да ин кулёч папуш. Да, да ел дей папуш ла метити кафетица, ши е букураса. Ну это история, это рассказывал Дейпети сам отец, когда он был в их семье. Это случилось буквально, я не знаю, несколько лет назад, по-моему, в Кишинёве, я не помню точно где, он не говорил. Поэтому наше пожелание нашей семьи, чтобы вы со всеми вашими нуждами, маленькие или большие, не старались сами решать как-то своими силами, знакомствами, деньгами, сразу же молились и ждали от него ответа. Пусть Бог вам благословит в этом.